Hello, my friends, my dear, have a nice day. Привет, мои друзья, подписчики этого канала. Так, короче, продолжаем проходить кино. Мост духов или демонов. Нет, духов. Короче, босс номер два. Босс номер два. Файтимся с ним. Короче, это Капа. Вот. Ну, я думаю, видос минут 15 также сделаем. 20 где-то так. Вот. Тут пока я хоть бродил, ничего такого интересного нет. Прыжки, да, просто файт, типа волны отбивать. Вот. Так-то, в принципе, игра неплохая, но что-то тут маленько не хватает. Может, нет, сюжета можно. Сюжета, да, может, сюжета не хватает. Но это однозначно. Ну ладно, не будем текста много говорить. Давайте пройдемся по файту. Сразимся с нашей Капой. Или с нашим Капой, как там правильно будет сказать. Вот. Son of a bitches. Чего надо обездвиживать? Бронишки, да, это пацанов. Сейчас забью. Только подожди. Что он делает? А, вот. Ну да, ради меня не думал. Ну, в принципе, так, все понятно. Гранату! Короче, тактика понятна. В общем, давайте попробуем еще раз. Короче, скажу по секрету, мне тут просто сбили меня. Здесь все дотипно. То есть файтинги дотипные, мобы. Вот. Однообразие. Нету никакого продвижения в сюжете. То есть не делаешь то и то. Это просто начинает уже доедать, и ты себя вот так кимаришь уже. Вот боссы становятся, вот это второй босс, и уже это, такие разнообразные.
Чеблю вообще, блин. Правду сказал, что. Стоят здесь, пока он кидает гранаты. Там посмотрим, короче. Ой, простите, что зеваю. Ой. Вот уже 4 часа в нее играю, а все хочется уснуть. Так, игра. Даже будет. Вот если сравнить две мутанта, да, и эту игру, то две мутанта будет поинтереснее. Хотя тоже такая же мутатия. Не получается. Мой план просто провалился. Я так не был еще никогда провально. Ну, в принципе, да, ворот. Надо сейчас аккуратненько сыграть. Без урона попробовал, но видите, прилетело почти на 50 кп его граната. Неожиданный поворот. А, так, что у нас еще? Да, это 4-я сложность, пацаны. Все правильно. Это лифт, короче. Пробежал зачем-то два круга, блин, ниже этого, ниже по форме. Tina, you made it. I think we found Mr. Russo. Come on, this way. Can you pick that up? Лисичка. Лисичку бежать нельзя. Лисичка хорошая. Дальше 10 минут. Показал режим босса и все. Что-то. А, ну давай, давай до Русу дойдем.
Лишний раз сворачиваться тоже не надо. Ну, все-таки я дошел до него. The power of the mountain shrine is connected to everything in this forest. Try using your bow on these targets. Нажмите, удержите Т, чтобы прицелиться. А, нам лук дали. Удержите, чтобы прицелиться. Again, I'll talk. The bow is awesome. Ah, вот выход. Страх Таро. Храм цветов. Шляпы. Тут все пропущено тоже. Почта. Ты, Макс, здесь это все это радиохрень пиратка. Что делать-то? Страх вычистить из верного доме. А! Все, понял. И пятиклассник бы справился. Да, вот эта дорога. И нет, сейчас можно, сейчас вычистим это говно и нахуй. Как говорится, и нахрен их, нахрен. Так, 4 часа наиграл. Бля, мужик, что ты пугаешь, а? Я думал, там опыт.
еще не fight for... А. Да, fight. Я уже по деревьям вынесли. Скорее всего, это же босс будет. Не-не, просто fight. Против него надо щит, щитом, значит. Против него нужен щит, значит. Чтобы контузить. Ну ладно, это отдельная, отдельная история. 17 минут. Думаю, будет все быстро. Ну ладно, хорошо.